взятки не всегда гладкие. Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ОМВД задержали с поличным при получении взятки заместителя руководителя Верхневолжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ивановской области Александра Канаева. В прошлом он входил в состав администрации Владимира Тихонова. Сумма взятки составляла порядка 170 тысяч рублей, причем 50 тысяч из этой суммы Канаев получил еще в мае. Взяткодатель – директор одного из учебных учреждений Иваново. В лице Канаева управление оказывало покровительство частному бизнесу, и это, соответственно, стоило денег. Такую информацию предоставляет Следственное управление Следственного комитета России по Ивановской области.